Одинцовские сторонники «Единой России» вместе с активистами партии в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда» проверили летнее кафе на Можайском шоссе в Одинцове. Мониторинг объекта проводился с целью оценки уровня его доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Активисты обратили внимание на оснащение входа в кафе, состояние внутренних путей движения, наличие необходимых элементов в санузлах. По итогам инспекции был выявлен ряд замечаний. О них было сообщено руководству объекта общепита, которое заверило, что в ближайшее время доработает организацию доступной среды.